Не съедай обе ножки, когда мы едим курицу. Я так больше не делаю. Хён, Чонгук до сих пор напоминает тебе чистить зубы. Йоу, можно у меня будет одна из твоих статуэток? Отныне отдавай свою одежду Хёну. Хён, я хочу получить как можно больше твоей одежды. Я отдаю ее тебе. Это правда. Да чищу я зубы. Что я собирался сказать-то? Не смотри в телефон, когда мы едим. Хён, я хочу получить одну из твоих песен, которые ты написал. Напиши для меня. Я постараюсь. Мне нравится одежда, которую ты даешь Хасокхёну. А говорил, что не нравится. Лидер BTS, RM. Удачи. Это конец? Хороший конец. Самым запоминающимся было то, что Чонгук сказал мне чистить зубы. Хотя фактически в BTS я единственный, кто чаще всего пользуется зубной щеткой. Поэтому я не знаю, почему он сказал мне об этом. Но, похоже, этого недостаточно. Поэтому я буду их чистить чаще. Хён, зубы важны. И не теряй зубную щетку. Окей. Спасибо, ребят. Я пользовался твоим подарком около 20 секунд. Сок Джинни, сколько тебе лет? 27 лет. Ты так плох в играх. Это выглядит скучно. Ты выглядишь очень круто, когда плаваешь, поэтому плавай почаще, пожалуйста. Джей-Хоп! Для меня ты самый крутой человек во всем мире. Мы так и будем просто ходить. Хён, ты был таким смешным. Самой запоминающейся была игровая тренировка. Я рекомендую каждому гражданину играть в нее. Как ожидаемо. Игровая тренировка лучшая. Юнги никогда не пользовался подарком, который я ему вручил. Выглядишь худее, чем когда мы делали фотографии для альбома в тех жакетах. Хён, ты поправился? Соупы навсегда! Я нашел звук пуканья Чимина самым запоминающимся. Это было самым нормальным. О, хорошо. Насчет других... Вы просто невозможные. BTS, файтин. Миншуга гений. Разве я уже не отдал тебе 5 своих фигурок? Ким Сок Джин красавчик. Пожалуйста, стримьте GCF. Похож на утреннюю славу. Ванте. Пойдем есть. Пиджак, который ты одевал в Airplane, одолжишь мне его? Хобби, просто позвони мне, если захочешь увидеть всемирного красавчика. Наша вечная надежда. Джей-Хоп. Удачи. Хён, тебе нужно научиться засыпать позднее. Хён. Конец? Еще не конец?
Конец. Ничего не запомнилось. Я не помню ничего. Не понял, что услышал. О чем они говорили? Это обо мне? Все. Ты похож на маленького принца. Ах, ладно. Выключай свет в комнате. Ложись спать пораньше. И также закрывай дверь. Мою дверь тоже закрывай. Да, и в моей комнате свет выключай. Для меня ничего не осталось. Все ок. Почему ты постоянно заходишь в мою комнату? А? Иди. Надеюсь, ты можешь открывать глаза шире, чем делаешь это для фото. И стол почисти. Это не ко мне. Я голоден. Мой братишка, ты милый. Время закончилось. Они говорили мне прибраться, но я не грязнуля. Слова Шугихёна были самыми запоминающимися. Твое желание наконец исполняется. Ты отращиваешь волосы. Это выглядит круто, поэтому продолжай отращивать их до каре. Почему я делаю это? Для меня самым запоминающимся было то, что Арэм Хён говорил о моих волосах. Облегчение. И за это спасибо. Поубавь мускулы. Мне реально нравятся твои мускулы, когда ты делаешь отжимания, стоя на голове. Я правда восхищаюсь тобой. Удачи в половом созревании. Ты выглядишь моложе в этом костюме. Мне нравится. Чонгук, мне действительно нравится твоя песня. У меня живот болит от смеха. Я больше не выдержу. Хён будет подбадривать тебя во время периода полового созревания. Самым запоминающимся было то, что Юнги Хён спел Magic Shop. Поэтому после релиза альбома я выпущу руководство Юнги Хёна. Субтитры сделал DimaTorzok